Добрый вечер, уважаемые участники Академии Рой-клуба. Всех рада приветствовать на нашем занятии. Привет, привет, Анастасия. Поставьте, пожалуйста, в чат плюсики, как нас видно. Все ли в порядке с изображением, со звуком? Ну, плюсики пошли, значит, все в порядке. Все замечательно. Что ж, сегодня у нас очень интересная тема. Она связана с ошибками начинающего призмача. То есть это занятие для тех, кто только начинает знакомиться с криптовалютой призм, начинает делать первые шаги в Рой-клубе. И также занятие будет полезно для уже тех, кто давно в Рой-клубе, но который хочет развивать свою партнерскую сеть и давать знания своим новым партнерам, своим новым рефералам. И поэтому информация полезна будет для всех, как для новых участников, так и для участников уже со стажем. Да, сегодня, кстати, открытие офиса в Екатеринбурге, насколько я знаю. Поздравляем вас, Урал, поздравляем. Это замечательная новость, замечательное событие. Офис Рой-клуба в Екатеринбурге успешно открыт. Я прямо в Инстаграм это видел, новость, и сам выложил даже эту новость в Инстаграм, поэтому от души поздравляем. Ну что ж, начинаем тогда наше занятие. Сейчас я покажу вам презентацию, на которой сначала озвучу, какие ошибки очень часто возникают у новых участников, как в криптовалюте призм, так и в Рой-клубе, а дальше уже мы с Тимуром расскажем вам более детально, где взять информацию для новичка, либо где взять информацию для того, чтобы поделиться с новичком. Да, друзья, сегодня с вами Игорь Тышкевич. Да, Игорь Тышкевич, преподаватель Академии, участник Рой-клуба, очень активный. Много есть Игорю, что рассказать. Я знаю его опыт, много проводили вебинаров вместе. И он всегда вот все прям по полочкам раскладывает. И я очень рад сегодня проводить это занятие интересное. Сейчас Игорь, в общем, по слайдам прям подскажет, что и как, а я в конце, может быть, дополню. Если уж нечего будет дополнять, тогда просто пробежимся по вопросам. И с вами сегодня Тимур Шамсахметов, тоже преподаватель Академии, активный участник Рой-клуба. Всем привет! Смотрю, что Геленджик, как всегда, первый на связи, передает привет. Очень приятный Геленджик. Ну и всем привет, Мурманск, вон вижу, Воронеж и так далее, Саратов, друзья, всех рад приветствовать, привет из Казани. Игорь, ты сейчас где находишься, подскажи. Ну я сейчас на данный момент нахожусь в очень хорошем городе, городе воинской славы, это город Анапа. Скоро я здесь, интересный конкурс тоже запускаю, связанный с Рой-клубом криптовалюты призм. Ну и после этого города, конечно, направляюсь в Сочи. Как, я думаю, все знают, на день рождения Рой-клуба с радостью тоже. Чемодан готов. Ну, привет из Анапы, значит. Ну все, Игорь, передаю тебе слово. Будем тебя слушать внимательно. И записываем, друзья. Берем блокнотик, ручку. Я тоже сейчас буду записывать то, что мне будет интересно, и возьму себе на заметочку, может быть, что-то я еще не знаю. Такое тоже может быть. Отключаюсь. Да. Ну вот в чате тоже вижу, что есть из Анапы люди, всех рад приветствовать, из всех городов, из стран, потому что уверен, что здесь из других стран, вот, из Украины, да, большой привет. Ну что, приступим тогда. Какие бывают ошибки у начинающих призмачей? Первое – это то, что они не вникают в информацию о криптовалюте призм, то есть у них просто вот загораются глаза, то, что большие проценты они видят, да, и услышали про проценты, и не вникая в информацию, начинают что-то делать, какие-то производить действия, и, как правило, они приводят к серьезным ошибкам. Поэтому этот пункт очень важен. И, ну, далее мы расскажем. Сейчас я в общих чертах скажу, какие ошибки, а потом дальше мы на каждой ошибке заострим отдельное внимание.
Итак, это была первая ошибка. Вторая ошибка – это не знать, что такое криптовалюты и блокчейн, и в чем отличие разных криптовалют. То есть сейчас информации, в принципе, предостаточно, да, по этому вопросу, но не у всех, естественно, есть знания по этим темам, поэтому здесь только благодаря саморазвитию, а также благодаря академии и клубам можно черпать знания, получать эти знания. Благодаря также вот книге, которую вы видите, все эти знания можно постепенно получать. А далее, не знают математику, заложенную в призм, тоже вот такая есть ошибка, то, что не знают, откуда берутся и в Ройклубе проценты, и в самой призм проценты, и поэтому, ну, задают, как правило, непонятные вопросы, потому что вот не знают ответ именно вот на этот основополагающий вопрос. Далее, не знают идеологию призм. Призм – одна из немногих криптовалют, в которой есть очень серьезная идеология, основанная на идеологии CWT. И здесь, конечно, она подробно описана в книге «Идеологии CWT». Книгу, я думаю, если даже нет у кого печатное, нет возможности приобрести печатное издание, можно ее найти в сети интернет, на канале YouTube в аудиоверсии и прослушать. И каждому начинающему призмачу рекомендуем это сделать, потому что книга эта, Тимур не даст соврать, она сразу на большинство вопросов даст максимальное количество ответов. Даже вот, Тимур неоднократно об этом говорит, что вот именно знакомство с призм и погружение в тему призм как раз позволило сделать эта книга, замечательная книга. 1000%, Игорь, совершенно верно. У меня развитие началось именно после прочтения книги, и причем неоднократного прочтения. Это не было не один раз, я прочитал ее несколько раз. Да, это здорово. Я тоже и печатную версию прочитал этой книги, и аудио прослушал. То есть здесь на любой образ жизни есть. Если, допустим, неудобно даже вам читать обычную книгу, можете аудиокнигу включить или где-то в метро находясь, либо в поездке, в дороге, за рулем, можно ее слушать и получать также ценные, полезные знания. А далее, какая еще есть ошибка? Это то, что регистрируют в Ройклубе горячий кошелек. Это делать не рекомендуем, потому что в связи с этим возникают очень серьезные ошибки, и о них потом уже подробно расскажем. А далее, не соблюдают правила безопасности в сети. Это очень важная тема. У нас отдельная лекция есть, отдельное занятие, посвященное этой теме, и даже не одно, поэтому вот эту тему важно очень изучать всем новичкам и также передавать эти знания уже действующим участникам, потому что они постоянно дополняются, постоянно, к сожалению, мошенники в сети придумывают новые способы, новые какие-то инструменты, и поэтому здесь важно постоянно знакомиться с этой информацией, постоянно смотреть занятия, связанные по безопасности. Поэтому на этой теме нужно заострить особое отдельное внимание. Все-таки это вопрос сохранности ваших средств. Поэтому я думаю, эта тема для всех актуальна всегда и интересна. Далее, что еще, какая ошибка есть? Не знает, кто их куратор, старший куратор в Ройклубе. Тоже, к сожалению, распространенная очень ошибка. Далее, отсылают монеты не на адрес для инвестирования, то есть хотят инвестировать в Ройклуб, но отправляют монеты, к сожалению, не туда. Такое тоже очень часто встречается. И еще зачитаю тогда, какие ошибки есть. Это когда ищут выгоду, чтобы не платить комиссии за обмен монеты призм. Далее монеты обменивают вне структуры Ройклуба, который дает максимальный прирост. Я думаю, ни для кого не секрет, что в Ройклубе самый максимальный процент промайнинга среди абсолютно всего сообщества призм. И здесь Ройклуб заботится, проявляет заботу о своих участниках, и поэтому, конечно, здорово, когда все обмены происходят внутри Ройклуба.
И также, что еще, на что стоит обратить внимание, это то, что не приглашают людей в клуб ROI, а только ждут дивиденды, то есть не развивают свою структуру. Ну, в этом я вот лично не вижу, ну, то есть здесь, в принципе, разные люди, да, у разных людей есть различные способности. Если вот человек не умеет приглашать, не знает, как это делать, не вижу здесь ничего такого серьезного, но при этом информации всегда есть возможность поделиться. То есть если даже человек не умеет приглашать, зато он может всегда поделиться информацией в своих социальных сетях, эту информацию распространить как устно, то есть всем своим и коллегам, и друзьям, родным, близким, чтобы его окружение было в курсе такого замечательного сообщества. И, конечно, социальные сети сейчас, я думаю, у всех есть. У кого нет, обязательно посмотрите занятия Академии по созданию аккаунтов в социальных сетях. И они у вас обязательно появятся, и там уже можете всей информацией делиться. Если даже не умеете приглашать, то со временем у вас в любом случае, вот благодаря вашей активности, появятся партнеры. И эти партнеры, они как раз будут нуждаться в той информации, которую мы сегодня вам даем. Далее, есть еще такая ошибка, что не распространяют информацию о монете клубе ROI. Ну, то есть это то же самое, то, о чем я говорил, я объединил уже. И далее не проходит обучение в академии, есть такая распространенная ошибка. Все-таки академия дает за 3 недели полный набор знаний о криптовалютах, о призм, о ROI-клубе. И не только, есть замечательные факультативные занятия, причем на безоплатной абсолютно основе, и не воспользоваться такой возможностью, конечно, печально. Поэтому я рекомендую всем начинать знакомство с криптовалютой Призм именно через Академию ROI-клуба, ну, особенно для новичков. Далее, страх падения курса Призм, вот есть тоже такая вот ошибка, то что люди, допустим, купили призм по одной цене, потом курс упал, и они потом начинают продавать эти призм, либо начинают негатив проявлять. Но все это происходит как раз от незнания рынка, законов рынка. Далее распространение слухов и негативной информации из разных других чатов, потому что в призм-сообществе есть множество различных чатов, и там информация может быть далеко недостоверная и может быть негативная и компрометирующая. И поэтому здесь вот эта негативная информация, да, она отвлекает от нужных мыслей, от правильных мыслей, она отвлекает от развития и подавляет энергию. И чтобы ее избегать, вот эту негативную информацию, лучше тогда просто в этих чатах во всех не находиться. То есть в идеале находиться в чате своего лидера, и лидер всегда дает актуальную, интересную информацию. Если такого чата нет, то со временем вы сами можете стать этим лидером, сами собрать нужную, необходимую, отличную информацию для своих будущих последователей и самостоятельно туда ее транслировать. Такая возможность есть у каждого, потому что информация предостаточна, и абсолютно каждый может ей овладеть и ее передавать дальше, делиться этой информацией со всем своим окружением. И еще одна ошибка. Ошибка – это не использовать социальные сети для построения структуры в ROI-клубе. Да, сейчас мы живем в 21 веке, когда социальные сети занимают большую часть нашей жизни. Наверное, каждый первый житель земного шара зарегистрирован в социальной сети, имеет аккаунт в социальной сети. И сейчас через социальные сети можно достичь отличных результатов как и личного продвижения, так и продвижения своей команды и продвижения структуры и ROI-клуба, и вообще любого дела, чем вы занимаетесь. То есть помимо ROI-клуба, наверняка у каждого есть свои хобби, свое учение, свой бизнес. И все это вы можете продвигать, используя такой современный инструмент, как социальные сети, которые вот сейчас, что называется, в тренде. То есть сейчас они набрали максимальные обороты,
и ими пользуются абсолютно все, в любом возрасте. Сейчас это просто и модно, и полезно, и информацию об этом нужно изучать, чтобы постоянно быть в развитии по этой теме. Ну что, теперь тогда я предлагаю каждую, большинство из ошибок разобрать, каждую посмотрим в ситуации со временем, как у нас будет, но самые основные ошибки в любом случае будем разбирать. Для этого я сейчас открою свой рабочий стол. Так, мне нужна от вас обратная связь. Как видно, мой рабочий стол сейчас. Сейчас я увеличу немного. Отличный звук, все видно прекрасно, плюсики вижу тоже, замечательно. И мы подготовили вот такой файл для вас, для того, чтобы была вся информация, чтобы не допускать ошибок и чтобы была возможность оперативной информации, если какой-то вопрос, допустим, у вас возникает, вы можете воспользоваться всегда этим файлом, потому что в этом файле информация есть практически вот на каждый ваш вопрос. Но он, естественно, постоянно обновляется, дополняется. Если в прошлой Академии 8 в этом файле была информация фундаментальная, то уже к этому выпуску мы дополнение определенное сделали, внесли корректировки. И уверен, что к следующей Академии также они будут. Поэтому файл постоянно обновляется, и я его сейчас направлю. Ссылку на него я направлю прямо в чат и закреплю, чтобы у каждого была возможность также вот его открыть у себя и им воспользоваться. И также для тех, кто, допустим, сегодня не успел посмотреть наше занятие, ссылку на этот файл мы выложим в описании к повтору записи данного занятия на нашем YouTube-канале Рой Клуба. Поэтому здесь все в порядке. Если, допустим, вот этот файл нет возможности сейчас вам открыть, то, а в записи будет, естественно, неудобно это делать, потому что очень длинное название, мы его в описании к видео, то есть под видео прям чуть-чуть можете пролистать и найти в описании вот этот файл. Итак, открываем файл и смотрим первую ошибку. В общем, здесь не вникает информация о криптовалюте Призм. Где брать информацию по этому вопросу? Во-первых, можно найти информацию на сайте международного движения CWT, также в белой книге, прямая ссылка на white paper, еще называют на английском языке white paper, то есть где содержится вся техническая информация о криптовалюте Призм. Рекомендую с ней ознакомиться. Даже если технически какая-то сложная для вас будет информация, я рекомендую просто пропускать ее и заострять внимание сначала на том, что вам именно понятно на данный момент, а потом со временем постоянно к этой информации возвращаться и что-то для себя новое открывать. То есть это white paper, это не на один раз книга, это книга для такого досконального изучения глубокого. И если, вот, допустим, сегодня вы открыли, для вас казалась информация сложной, то со временем, да, после прохождения Академии, вы снова туда зайдете, и информация покажется для вас намного проще. Поэтому вот эту ссылку просто нужно иметь для того, чтобы у вас был быстрый доступ к белой книге Призм. А далее аудиокнига Алексея Муратова, как раз о которой я уже говорил, «Идеология CWT». Ее вы также можете прослушивать, находясь в движении. Очень хорошая книга. Рекомендую абсолютно всем. Даже тем, кто прочитал ее, печатное издание, рекомендую также ее в аудиоверсии прослушать. Далее, вот эти ссылки, да, все необходимые, они позволят вам ответить как раз на вопрос о том, что же такое криптовалюта Призм. Далее, я еще бы сюда добавил, конечно, свою статью про Призм. Вот у меня есть интересная статья, которая, в принципе, тоже раскрывает очень хорошо информацию про Призм. Поэтому, в принципе, я ее со временем туда добавлю. То есть я себе отмечу тогда и уже добавлю сюда
статью, и она здесь в свободном доступе у каждого будет. А далее, вторая ошибка – это не знает, что такое криптовалюта и блокчейн, и в чем отличие разных криптовалют. Где брать информацию? Ну, информацию можно взять в Академии Ройклуба, конечно же, на нашем новостном канале в Telegram. Любой может на него подписаться. Там всегда актуальная информация об Академии. И нет никаких ни переписок. Там вот именно коротко, по существу, нужна необходимая информация. А далее чат в Telegram также есть. Но в чате там очень часто задают различные вопросы. Поэтому чат не всегда удобно читать. А вот на новостном канале, конечно, здорово. Ну, то есть в чате вы можете присутствовать, но рекомендую пользоваться чаще новостным каналом, чтобы информация была всегда актуальной у вас. Далее сайт. Сайт как раз Академии Ройклуба. Тоже там очень много полезной информации можете найти. И ссылка на занятия Академии Ройклуба, Академия 8. Фиатные деньги и криптовалюты, взаимодействие и различия. Есть также подобные занятия в Академии 9. В принципе, тоже выложим тогда сюда. Далее, Академия 8, криптовалюты, понятие применения, правовой режим, сравнительный анализ. Тоже отличное занятие. И по Академии 9 тоже потом тогда сюда его добавим. И вот эти, как раз вот этот материал, да, позволит вам ответить полноценно на этот вопрос. Далее. Не знает математику, заложенную в призм. Где брать информацию? Опять же, в белой книге призм можно взять информацию. Также вот у меня есть интересный вебинар на тему, откуда берутся 29,99% в Ройклубе. Тоже ссылку на него тогда добавлю. Там, в принципе, я использую и калькулятор призм, и белую книгу призм, и калькулятор на сайте Ройклуба. Тоже, в принципе, можно сразу понять вот всю математику, заложенную в призм, благодаря просмотру этого вебинара. А далее, конечно же, в Академии Ройклуба можно взять информацию. Здесь все ссылки дублируются. И занятия в Академии. Здесь я выложил Академии 8, математика криптовалюты призм, от промайнинга до протакса. И статья «Призм раз, что такое призм». А, вот, кстати, эта статья есть, о которой я говорил. В принципе, тогда ее я выкладывать не буду, она здесь есть. Вот как раз здесь тоже очень в сжатой форме информация находится о криптовалюте призм. Довольно тоже удобно и емко. И Академия 8, еще в 9-й Академии тоже это занятие интересное было, тоже сюда его тогда выложим. А далее, четвертая ошибка. Не знает идеологию призм. Где брать информацию? Опять же, на сайте. То есть некоторые ссылки, они, естественно, будут дублироваться для закрепления материала. Далее аудиокнига Алексея Муратова «Идеологии CWT» дублируется у нас. Академия Ройклуба. Все ссылки также есть. И из этого объема, соответственно, ссылок, да, можно как раз ответить с легкостью на вот этот вопрос и узнать про идеологию призм. А далее, пятая ошибка – это то, что регистрируют в Ройклубе горячий кошелек. Я прямо сразу свежую информацию направил сюда в инструкцию, которая связана с созданием кошелька на Sigin Pro, то есть подробная инструкция на YouTube-канале. И она очень емкая, без воды, что называется, очень удобная. И рекомендую каждому новичку, да и не только новичку, потому что благодаря этой инструкции вы как раз правильно зарегистрируете в клубе кошелек Sigin Pro, потому что в чем сложность вот именно в горячем кошельке, да, когда вы это делаете? Во-первых, мнемоническую фразу новички очень часто теряют, либо неправильно сохраняют. Из-за этого здесь в чем нюанс? Если потеряли мнемоническую фразу, то фактически потеряли сам кошелек. И чтобы вот этого избежать, да, рекомендую, конечно, Sigin Pro, потому что там можно восстановить пароль по своей почте. Естественно, перед этим нужно укрепить аккаунт Sigin Pro. В этой инструкции тоже есть этот момент про укрепление, усиление аккаунта. И также по блоку безопасности нужно укрепить вашу почту. То есть привязать к ней двухфакторную аутентификацию,
привязать приложение Google Authenticator, либо свой смартфон. В любом случае вот это усиление нужно делать, потому что сейчас есть очень серьезные такие программисты, хакеры, да, которые взламывают пароли от почт и даже могут клонировать сим-карты, которые привязаны к этим почтам. Поэтому ни в коем случае не рекомендуем только по телефону делать вход. Рекомендуем именно по смартфону это делать, либо через Google Authenticator. Это более надежный, безопасный способ. И как раз в этой инструкции, да, которую вы видите, там об этом очень подробно написано, сказано. Именно сказано она, потому что видеоинструкция. Далее. Есть еще у каждого пригласитель, который тоже дает вам нужный объем информации. Если, допустим, что-то пригласитель не знает, он обращается к своему куратору, либо старшему куратору, получает эту информацию и передает вам. Ну, также напрямую можно обратиться к кураторам, к старшим кураторам. Список кураторов есть как на сайте Рой-клуба, так и в группе Telegram, новости Рой-клуба. То есть по этим ссылкам вы с легкостью сможете найти. И обратите внимание, то, что если вы пройдете по ссылке в браузере, вот по этой на Telegram, у вас она не откроется. С чем это связано? С тем, что Telegram в России заблокирован, и пройти можно только через VPN по этой ссылке. Подробнее про VPN я рассказывал на третьем занятии мессенджера и социальной сети в Академии в первом блоке, поэтому для тех, кто его не смотрел, рекомендую посмотреть еще раз. В Академии 8 эта информация была. Не в 9, а именно в 8. В Академии 8 я, в принципе, тогда сюда ссылку прикреплю сразу. Академии 8 после данного занятия. Чтобы вы, в принципе, долго не искали, сразу смогли ознакомиться с этой инструкцией. Ну и, в принципе, сайт Рой-клуба, он всегда в рабочем состоянии. А и здесь, ну, если не ведутся, конечно, техработы, и здесь вот можете всегда список кураторов посмотреть. Но если там будут технические работы, да, на сайте, то отличный вариант – это как раз Telegram, чат в Telegram. Поэтому вот этот чат, вы можете, в принципе, его скопировать и вставить в Telegram, который вы скачали, вот, допустим, здесь. Вот я его вставил, да, новости Рой-клуба. И, пожалуйста, вот сразу вот эта ссылка дает нам нужную новость, потому что в чате новости Рой-клуба очень много информации. Найти вы так просто вот эту информацию вряд ли там сможете, а благодаря вот этой ссылке, пожалуйста, сразу информация у вас как на ладони, старшие кураторы, округа, старший куратор, заместитель. Но в любом случае, так как нагрузка сейчас очень большая, я еще раз проговорю, в Рой-клубе постоянно приток новых людей, и старшие кураторы, не справляются с объемом именно вопросов, поэтому в первую очередь рекомендую самостоятельно изучать информацию и находить ответы именно самостоятельно на ваши вопросы. Но если какой-то действительно технически сложный вопрос, конечно, тогда рекомендую обращаться сначала к пригласителю, потому что, возможно, ваш пригласитель сможет на него дать полноценный ответ. Но если уже пригласитель не знает, тогда уже далее куратору и к старшему куратору, чтобы, соответственно, не было сильной нагрузки и чтобы было планомерное развитие каждого. Потому что просто может возникнуть такая ситуация, да, когда вы пишете старшему куратору, он не может ответить на ваш вопрос. Почему? Потому что огромная загрузка, пишет по 100 минимум человек в день. Естественно, до вашего письма он может не добраться, либо просто оно может затеряться среди огромного количества писем. Поэтому здесь вся информация, в принципе, она дублируется. И на ответы на нее можете находить самостоятельно, используя информацию как эту, так и информацию на сайте Рой-клуба. Далее про Академию Рой-клуба также дублирую информацию и занятия Академии. Как стать участником Рой-клуба и многофункциональной платформы Сигин от А до Я.
Вот эти занятия также позволят вам ответить на вопрос, как правильно зарегистрировать именно SIGIN в Рой-клубе. А горячий кошелек вы можете установить на ваш, допустим, смартфон и пользоваться им для оплаты, для быстрой оплаты покупок за криптовалюту Призм. Но в Рой-клубе, конечно, не рекомендуем регистрировать именно горячий кошелек, потому что SIGIN у вас в роли швейцарского банка, в роли надежного сейфа, а горячий кошелек – это вот именно для быстрых покупок кошелек. Большие суммы там не рекомендуем хранить. Тем более, что у новичков сложности возникают очень серьезные с записью вот этой мнемонической фразы. Они либо ее вообще не записывают и в итоге потом зайти не могут в кошелек, либо они ее записывают, но неправильно, либо они записывают ее, потом теряют. И чтобы вот это избежать, лучше сразу регистрировать SIGIN. И тогда у всех будет гармоничное пользование Рой-клубом без вот таких вот коллапсов на старте. Дальше. Что у нас дальше? Не соблюдает правила безопасности в сети. Это очень серьезная тема, которая уделяется у нас в Академии, тоже очень большая роль, много времени, целое занятие там проводим. И здесь как раз есть подробная инструкция на канале Рой-клуба «Повышение безопасности». Здесь это новая инструкция, здесь вы найдете как раз улучшение безопасности и почты, и SIGIN Pro. Далее еще есть очень интересное занятие Академии Рой-клуба. Ссылки на Академию также здесь найдете. И само занятие «Основы безопасности при работе с Призм». И сюда мы дополним, я вот внесу сюда Академию 9 «Основы безопасности», потому что там обновилась информация, еще появилась новая. Новая информация, как раз связанная с взломом сим-карты. Это тоже такая ситуация неприятная недавно произошла. У старшего куратора взломали телефон, получается, клонировали сим-карту. Ну, то есть не сам телефон, да, как устройство, а именно сим-карту, номер телефона взломали, клонировали. И из-за этого, к сожалению, возникли сложности. Естественно, сейчас все старшие кураторы, они укрепили свои телеграм-аккаунты, теперь взломать их невозможно, но до этой ситуации, до этого тревожного звонка, вот как показала практика, не у всех старших кураторов была вот именно защита на телеграм, облачная защита, и, к сожалению, злоумышленники этим воспользовались. Поэтому здесь подробный разбор вы найдете этой ситуации, и я вот, допустим, эту ситуацию, ну, впервые узнал, да, неприятную, но при этом, даже не зная этой ситуации, может, шестое чувство мне подсказало вот именно установить на Telegram облачный пароль. Я, в принципе, стараюсь всегда следовать технике безопасности, и вот даже не столкнувшись с этой ситуацией, заблаговременно я вот сделал установку этого пароля облачного. И поэтому каждому рекомендую ваши социальные сети укреплять, там и Инстаграм тот же самый, и ВКонтакте, всегда двухфакторной аутентификации. То есть делать обязательно приложение Google Authenticator, то есть скачивать его и делать привязку к нему, чтобы он генерировал вам постоянно новые коды для входа. И чтобы он, естественно, был только у вас на смартфоне. Далее, какая еще ошибка? Не знают, кто их куратор, старший куратор в Рой-клубе. Эту информацию я уже вам дублирую здесь. Список старших кураторов Рой-клуба и их заместителей. Далее, отсылает монеты не на адрес для инвестирования. Да, вот, к сожалению, такая ошибка тоже имеет место быть, потому что некоторые участники, они просто вот берут и направляют на другие адреса. Не на адрес для инвестирования, а, ну, в лучшем случае на свой SIGIN они отправляют. То есть создали SIGIN, вводят адрес публичный ключ именно SIGIN, и в лучшем случае монета туда входит. В принципе, потом они могут зайти в свой SIGIN и отправить в Рой-клуб оттуда. Но в худшем, конечно, на другие адреса, поэтому будьте очень внимательны. Принтскрин здесь есть, как выглядит именно адрес в Рой-клубе для инвестирования. Поэтому вот когда вы входите в личный кабинет в Рой-клубе, вы его там сможете всегда найти и сразу туда отправить ваши средства либо с биржи,
либо через P2P обмен, либо через SIGIN. Здесь у вас возможностей много. Главное не перепутать и указать именно правильный адрес для инвестирования и публичный ключ, соответственно, который ниже. Далее, какая еще ошибка у нас? Там я за чатом чуть-чуть посмотрю. Так, ну, как я понял, это только у Валентины, да, такая возникла ошибка. Поставьте, пожалуйста, плюсики. А экран, все в порядке, да, с экраном, со звуком все это время было? Да, благодарю, то есть все в порядке. Это, видимо, у Валентины техническая сложность возникла, но ничего, бывает. Далее, девятая ошибка. Это когда начинающий участник призм, ну, герой клуба, ищет выгоду, чтобы не платить комиссии за обмен монеты призм. То есть здесь какие бывали и ситуации, и сложности у таких участников? Например, пишет какой-то мошенник, да, подделал мошенник аккаунт старшего куратора, пишет новым участникам, то есть они, видимо, все есть в группах, в наших там и клубы Рой, возврат средств, и вычислить их, естественно, невозможно, потому что очень большое количество участников, это просто технически невозможно. Но в любом случае такие есть, да, мошенники, они подделывают аккаунты, они могут это сделать просто ежесекундно, то есть могут находиться по другим аккаунтам, потом взять, подделать там старшего куратора аккаунт, куратора любого, и написать новому участнику с предложением более выгодной покупки, то есть выгоднее, чем на бирже, выгоднее, чем у старшего куратора, ну то есть даже через старшего куратора, да, выгоднее, то есть там же фиксированный курс у каждого старшего куратора, а он даже может написать, что это выгоднее, там, скидка 20%, 30%, там, ну, разные случаи бывают. И неопытный участник, он как раз может обрадоваться вот такому предложению и, к сожалению, приобрести монеты призм у мошенника. Чтобы этого избежать, лучше заплатить больше, да, чем потом, ища выгоду, да, остаться ни с чем. А вот именно такую выгоду, сомнительную. Поэтому лучше использовать всегда проверенные источники. Какие проверенные? Это, естественно, SIGIN Pro, наша платформа для торговли криптовалютой. Замечательная. Здесь прямо ссылка, то есть вы нажимаете на SIGIN Pro, и у вас прям ссылка открывается, по которой вы можете перейти. А там есть замечательный P2P обменник, через который вы быстро сможете обменять криптовалюту на фиат и, наоборот, за фиатные деньги приобрести криптовалюту. А далее есть еще BTC Alpha, тоже у нас отдельное занятие по этой бирже было в Академии, во втором блоке. Здесь тоже можете прям нажать и зайти на эту биржу и зарегистрироваться. Также Litecoin биржа. Тоже мы про нее рассказывали. И информацию мы добавили про новую китайскую биржу Hotbit. Она входит в топ-25 ведущих мировых бирж. И здесь также информация на регистрацию есть. Поэтому для тех, кто в дальнейшем захочет совершать там торги, да, на этой бирже, может зарегистрироваться. Также можно приобретать монеты через старших кураторов. Они есть, соответственно, на сайте. Контакты. И вот на этом курс призм Рой Клуб. Это канал в Телеграме, на этом канале. Я что рекомендую? Здесь, естественно, писать, да, если впервые это делаете куратору, и постараться позвонить ему также либо голосом, да, пообщаться, либо позвонить ему на номер телефона, который указан. Если, ну, допустим, он не берет трубку, он сможет, ну, допустим, если у него там звонки, много звонков, да, там сеть занята, вы можете, допустим, ему написать, да, то, что сейчас я вам позвоню на тот номер, который указан на сайте, и когда он ответит, да, то, что да, хорошо,
да, можете договориться о звонке, потому что, ну, если вы позвонили, а у него там занято, допустим, бывает такое, а это не значит, что номер там заблокирован, либо его не существует, просто, ну, возможно, сеть занята, старший куратор с кем-то разговаривает в этот момент. Поэтому рекомендую написать просто, давайте созвонимся в такое-то время, можете с ним созвониться и уже понять, потому что когда по телефону вы звоните уже и также там через Skype, то все в порядке, это уже реальный человек. Через Skype даже можете созвониться с ним, вот, допустим, по видеосвязи. То есть, тут вы точно поймете, что с вами старший куратор. Но опять же, мошенники, как правило, ну, они избегают всяческих звонков. Естественно, если вы так скажете, да, напишите ему, скорее всего, мошенник, он просто перестанет с вами общаться. Поэтому вот такие способы проверки рекомендую делать. Вот даже если вы заходите на сайт и нажимаете на контакт куратора. Потому что, к сожалению, как показала практика, вот в Telegram взломали у старшего куратора. Опять же, сейчас, естественно, техника безопасности всех абсолютно соблюдена, но в любом случае рекомендую такие способы делать, проверки старшего куратора. Ну, естественно, это прямо такое правило на 100%, да, то, что старший куратор никогда сам лично вам писать не будет и никогда сам лично вам никакие предложения с целью продать, приобрести криптовалюту призм, он, конечно, делать вам не будет, поэтому вы только сами самостоятельно ему пишете. Ну и при этом не забывайте проверять вот таким способом куратора. А далее, монеты обмениваются вне структуры клуба, такая есть тоже ошибка. И здесь Ройклуб, он заботится о каждом участнике, проводит хорошие акции, например, 100 плюс 100, дает максимальный парамайнинг для всех участников, потому что, насколько вы знаете, паратакс сейчас составляет более 7%, и это своеобразный налог на парамайнинг, то есть он уменьшает парамайнинг в сети Призм. И здесь в Ройклубе как раз вот благодаря такому сильному сообществу, да, силе объединения, появляется возможность как раз компенсировать вот этот налог, вот этот паратакс показатель. Поэтому здесь, ну, в любом случае, вы ощущаете себя максимально богатым, успешным, и, естественно, нужно Ройклуб также поддерживать в этом, то есть своим участием и обменом монет именно внутри структуры Ройклуба. Ну и, естественно, через старших кураторов это можете делать, либо также здорово сделать через P2P, потому что через P2P очень много участников Ройклуба, именно на Sigin Pro P2P, об этом идет речь. И через P2P вы в любом случае совершаете обмен, как правило, там, ну, процентов 90 участников Ройклуба, я думаю, даже и больше. Поэтому здесь вы можете для себя любой удобный вариант находить, либо P2P сделки Ройклуб, либо на Sigin Pro, либо старшие кураторы. В любом случае, тогда вы обмениваете внутри структуры Ройклуба. А если вы где-то на стороне обмениваете, здесь, конечно, вот эта ошибка допускается. Поэтому, ну, здесь у каждого, естественно, право выбора свое, кто как хочет делать. Но в идеале, конечно, лучше это все делать внутри Ройклуба, чтобы Ройклуб еще быстрее развивался, еще больше мог поддерживать замечательные акции, такие как, например, 100 плюс 100. Про нюанс, важный нюанс я также сообщил про кураторов. Также вот, обратите на него внимание, что сами кураторы никогда не пишут про обмен монет. И здесь при желании совершить сделку со старшим куратором или его заместителем, проходите по ссылкам выше и нажимайте на контакт куратора и пишите ему лично. Это я тоже уже проговорил. 11-я ошибка. Не приглашают людей в клуб Роя, а только ждут дивиденды. Ну, не каждый умеет, конечно, приглашать, но каждый может научиться. Было бы желание, как говорится. Поэтому
Вы можете всегда найти информацию о приглашениях в Академию и клуб. У нас отдельные есть даже занятия, которые как раз, в которых участвует Тимур. Может, вот он, Тимур даже что-то добавит по этим занятиям. Тимур, ты на связи? Тимур? Да, Игорь, я здесь. Вот мы дошли до занятий, которые ты проводишь с Олесей. Замечательное занятие по продвижению криптовалюты Призм. И может, что-то вот расскажешь, добавишь так вкратце про них, что они дадут каждому участнику. Преимущество MLM продвижения монеты Призм с Ройклубом и работа с возражениями. Ну, тут главный барьер вот у нас в России, судя под, по моему обозрению и по моей интуиции, недооценка сетевого маркетинга и MLM продвижения. То есть много негатива сыпется вот на это. И кто с этим еще и был не связан и не понимает, тот, естественно, шарахается. Почему? Потому что много всяких там в интернете отзывов, что там типа MLM это там, там полная лажа. Друзья, открою вам секрет, MLM продвижение самое эффективное на данный момент, самое, и не зря в Ройклубе оно присутствует. А какие плюсы? Просто кратко скажу о плюсах, и вы сами все поймете. То есть, сделав один раз качественно свой труд, то есть пригласив своих близких, друзей, знакомых, поучаствовать, мы сейчас о Ройклубе, да, говорим, о монете Призм, поучаствовать, продвинуть ее, выйти на более высокий уровень, развить свою команду. То есть один раз вы делаете качественную свою работу, потом вам остается лишь поддерживать это, поддерживать. И тем самым вы получаете здесь и сейчас дивиденды от этого. То есть ваш труд оценивается и очень высоко, когда вы продвигаетесь через MLM. И вот большая ошибка тех, кто скептически к этому относится. Именно к сетевому маркетингу и MLM продвижению. Вот большая ошибка. То есть MLM продвижение – это всегда плюс. Это всегда возможность с минимальными вложениями, с минимальными, с мизерными вложениями, а за короткое время просто прийти к невероятным результатам. Я знаю это по себе, поэтому об этом так, ну, вот так акцентирую на этом внимание. Ну и, друзья, смотрим вебинары по этой теме. Кто не понимает, как там нужно действовать, все есть на нашем YouTube-канале. И в каждой академии проводится этот урок «Секреты MLM-продвижения». Благодарю Олесю Самотой, что она уделяет этому времени, тоже проводит несколько занятий по данной теме, то есть секреты MLM-продвижения. Я нахожусь в команде Олеси Самотой. Олеся Самотой – это старший куратор Ройклуба, а участник Ройклуба в ранге Рубин, с чем и поздравляю тебя, Олеся. И очень благодарен, что находимся в одной команде, двигаемся. Ну, как-то так, кратенько. Здорово, благодарю, Тимур. Особенно за информацию про MLM. Это я скажу, что самый надежный, самый лучший инструмент по продвижению вообще любой деятельности, в том числе и Ройклуба, который использует MLM и MLM-продвижение, да, в развитии и построении сети. И я скажу, что страна номер один по MLM – это Соединенные Штаты Америки. Они вот фактически все свои компании, да, крупные, продвигают через MLM. И поэтому те, кто говорит, что MLM – это пирамида, там развод, просто посмотрите на Соединенные Штаты, да, какие там сильные, мощные компании, какие там топ-лидеры MLM, какие они дают инсайты, какие выпускают серьезные книги. И как там развиваются компании по пути MLM. То есть не только там в Америке они развиваются, а по всему миру. Поэтому, естественно, страна номер один MLM – это США. И у них надо брать пример. У нас это, конечно,
еще на стадии такого зарождения и развития. И вот здесь примеры надо брать всегда лучше. И это MLM-продвижение как раз позволяет дополнительно зарабатывать, да, помимо промайнинга, криптовалюта призм, MLM-продвижение позволяет, во-первых, и связи устанавливать с новыми партнерами, причем партнеры эти могут быть не в каком-то отдельно взятом городе, они могут быть абсолютно по всему миру. И это тоже одно из преимуществ MLM-продвижения. Ну, мы двигаемся тогда дальше. У меня экран, надеюсь, видно. Звук и видео все есть. А вот именно рабочий стол. Да, благодарю. Юля. Да, отлично. Все видно, все слышно. Двигаемся дальше. 12-я ошибка. Это не распространяет информацию о монете и клубе Рой. Где брать информацию? Это мессенджеры, социальные сети, три части. Ссылки на них здесь найдете в этом файле. И курс «Движуха» на YouTube. Четыре части, которые позволят вам продвигать Рой-клуб на высшем уровне именно на своем YouTube-канале. Поэтому обратите особое внимание на этот курс. Он вам поможет в продвижении именно ваших личных YouTube-каналов, ну, либо одного YouTube-канала. И он выведет вас на новые горизонты абсолютно. Если вы, конечно, сделаете все, о чем там говорится, да, на этих занятиях, и сделаете именно вот эти шаги практические, о которых там рассказывает Виктор Широких, который уже 10 лет занимается, даже более 10 лет занимается продвижением, развитием YouTube-каналов и достиг там высочайших результатов. Это видно на Рой-клубе, то, что фактически участвует он с лета, да, в Рой-клубе, а результаты у него уже очень серьезные по продвижению, по расширению сети. И он фактически, ну, я думаю, скоро так же, вот, как и Олеся, станет рубиновым партнером. То есть это не за горами. Верно, Виктор закрыл ранг золота, с чем поздравляю Виктора. Вообще отлично. Давно, да, давно уже закрыл тоже. Совершенно верно, Игорь. И Виктор прям вот ворвался в академию своим занятием, движуха на YouTube. И, друзья, вот прям внимание, YouTube – это отличный инструмент, если его правильно применять. И кто еще не смотрел до сих пор занятия у Виктора, движуха на YouTube, обязательно посмотрите, обязательно. YouTube – отличный инструмент, совершенно верно, Игорь. А да, еще YouTube я могу сравнить с дорогим вином. То есть он дает не сразу результат, если правильно к нему подойти, да, а он может даже выстрелить через год, через два, но в любом случае вот ту информацию, которую вы возьмете, вы не расстраиваетесь, если даже сразу у вас результата не будет такого сиюминутного, стопроцентного. YouTube так настроен, то, что ваше видео, оно набирает со временем просмотры, ну, даже если вы будете использовать различные там сервисы, поддержку, там, допустим, наши группы, как бывает Рой-клуб, движуха на YouTube. Даже несмотря на это, да, не факт, что на ваши видео будут сразу обращать внимание, но в дальнейшем, да, алгоритмы YouTube, они ваш ролик будут подкручивать, да, но если достаточно количество просмотров будет, и выводить в топы, и чтобы потом со временем все больше и больше количество людей смогло с ним ознакомиться. Поэтому сразу, возможно, у вас результата не будет, а со временем, там, через год, через два, но результат не заставит себя ждать, поэтому YouTube рекомендую использовать, так же, как и Instagram. Instagram дает результаты намного быстрее, чем YouTube, но важно развивать и YouTube, и Instagram. По Instagram у нас есть в третьей части очень подробная информация, поэтому тоже рекомендую ознакомиться с Академией 8, мессенджеры социальной сети. Да, я добавлю тогда тоже ссылки на Академию 9, то есть более актуальные тогда. Заменю Академию 8 на Академию 9, и будут ссылки на более актуальные занятия у вас. Далее. Не проходит обучение в Академии. Вот есть тоже такой момент, когда вот просто инвесторами стали, да, но при этом не самообразовываются. Ну, естественно, информация об Академии есть, вот ссылки
на Академию. Рекомендую каждому для саморазвития с этой информацией ознакомиться и получить стипендию потенциально даже. То есть здесь тоже это возможно. Если вовремя успели записаться, выполнив контрольное задание, вы можете даже стать отличниками Академии, хорошистами Академии и получить очень такие ценные, полезные призы от Академии. И если даже достигнув этот результат, вы поедете на какие-то бизнес-форумы, дары клуба, то вас со сцены там тоже могут наградить, как было в Казани, допустим, на бизнес-форуме. Конечно, ну, я видел неописуемую радость вот именно тех людей, которые выходили в центр зала, на сцену, их поздравляли, им аплодировали и вручали ценные призы. И все это вот благодаря тому, что они проявили упорство, стремление к знаниям, закончили с отличием Академию и даже вот безоплатно побывали в Казани на бизнес-форуме, потому что Академия полностью оплатила им билет до Казани. И помимо тех призов, естественно, подарков, стипендий, которые были сделаны, и это, конечно, дорогого стоит. Поэтому рекомендую каждому вот именно давать информацию об Академии, даже если вы уже человек с серьезными знаниями о криптовалютах, то новички не все обладают этими знаниями. И рекомендую делиться этой информацией об Академии с вашими новичками, чтобы их уровень знаний он был на высоте. Тогда они меньше вас будут разными вопросами задавать разные вопросы вам. То есть больше свободного времени у вас будет благодаря Академии. А далее, ну это я к лидерам, естественно, обращаюсь, кто уже в курсе и призм, и Рой-клуба. А далее, страх падения курса призм. Но здесь законы рынка никто не отменял, то есть на курс призм действует спрос и предложение, поэтому здесь бывают моменты, когда курс призм идет вниз, да, на спад. Здесь нормально нужно на это реагировать абсолютно. Тем более, что парамайнинг, да, призм, который заложен в призм, а благодаря Рой-клубу он максимальный, он позволяет даже вот эти просадки курса временные компенсировать и уходить все равно в плюс и в профит. Поэтому те просто, кто, возможно, математику призм не знает, не пользовался никогда калькулятором на сайте Рой-клуба, возможно, у них такой страх есть. Кто это все уже освоил, для тех, ну, это вполне нормальное явление, да, падение временной курса призм. А сейчас такое время, да, когда объемы призм достигли очень за 24 часа серьезных сумм, и поэтому здесь это просто искусственный обвал, да, для того, чтобы была возможность закупиться у как раз лидеров, топ-лидеров MLM, структур азиатских стран. То есть вы, наверное, видели, что происходило на бирже Hotbit, когда там объемы превысили объемы торгов на BTC Alpha, и это говорит только о том, что сейчас как раз вот топ-лидеры, они просто, ну, решили закуп огромный сделать и сделать его по более выгодной для себя цене. Но, опять же, не такой выгодный, как они хотели, потому что все-таки законы спроса и предложения работают, но в любом случае они это сделали на серьезной сумме, и это вы могли на этой неделе наблюдать. Далее. Распространение слухов и негативной информации из разных других чатов. Здесь тоже, конечно, не рекомендую какие-то чаты вот входить, где, ну, негатив вообще. То есть не только там про призм, не только там про Рой-клуб, а вообще где негатив. Потому что негатив, он отнимает энергию и настраивает мышление, сознание на неправильный лад. И чтобы этого избежать, лучше я рекомендую вместо того, чтобы в этом чате находиться, лучше помедитировать хотя бы 5-10 минут, либо заняться спортом. Это намного будет полезнее, чем читать информацию, вот эту грязь, да, собирать из различных чатов. Даже если чат центральный, да, Рой-клуба, там тоже он не застрахован от негатива. И, ну, я рекомендую, если у вас есть лидер, то лучше в его чате информацию обсуждать и в его чате
информации какую-то, которую он делится, черпать, но никак не в общих чатах. Общий чат, конечно, создан, да, для начала, для старта, для новичков. Но лучше не заострять внимание на негативе. Избегайте любым способом вот этого негатива, потому что все в наших головах. То есть какой образ мысли и мышления у нас будет, такое будет у нас окружение и такие ситуации жизненные. Поэтому настраивайтесь всегда на позитив. Я это просто понял по себе, это не просто слова, да. И когда я перестал новости смотреть, потому что новости – это огромный концентрат негатива, негативной информации. Вот я уже более 4 лет вообще новости не смотрел. И я колоссальные изменения заметил в своей жизни, приятные изменения. Вот. Только благодаря вот этой привычке, да, не смотреть новости. Ну, естественно, не читать негатив в чат. Поэтому я вот заострил на этом особое отдельное внимание на этом пункте. И, к сожалению, многие новички вот такую ошибку допускают. Далее, 16. Не используют социальные сети для построения структуры в R-клубе. Про социальные сети я уже сказал. А еще раз повторю, то, что социальные сети, они позволят любой ваш бизнес, любую вашу деятельность вывести на узнаваемость не только в вашем городе, а еще и во всем мире. То есть здесь просто зависит от ваших возможностей, а социальные сети дают эти возможности благодаря платным инструментам, безоплатным инструментам. То есть здесь социальные сети – это уже, я думаю, не просто там место, где можно попереписываться с друзьями, либо посмотреть, полистать в ленте какие-то новости, либо приколы посмотреть. Здесь социальные сети, они дают уже серьезное построение развития бизнеса, особенно MLM, да и линейного бизнеса, любого бизнеса абсолютно. Для MLM это вообще просто золотая жила, социальные сети и развитие в них. Поэтому для тех, кто именно нацелен на серьезное развитие, я рекомендую уже... Для тех, у кого, конечно, есть социальные сети, я рекомендую не останавливаться в их изучении, в освоении. Информация, потому что постоянно обновляется, постоянно меняется. И если вы даже, допустим, месяц-два забросили ваши аккаунты, то может за эти два месяца очень серьезные изменения возникнуть. Поэтому если вы развиваетесь именно в социальных сетях, если вы выбрали путь развития через социальные сети, вам нужно постоянно следить за этой информацией и постоянно изучать для себя что-то новое по этой теме. Я тогда закончу, потому что мы уже превысили на 7 минут занятия, да и я, в принципе, уже по этому файлу все сказал, все рассказал. Единственное, то, что я обещал, я дополню, да, тогда Академию 9 здесь размещу более актуальную информацию. Либо могу вот это не удалять, а просто дополнить Академию 9. Чтобы, допустим, сравнить, посмотреть занятия 8-й академии, 9-й, как вариант. Ну, то есть лучше так сделаю. А вы же сами тогда определите, какую академию лучше смотреть. Потому что 9-ю академию, в принципе, те, кто сейчас с нами, они все в основном смотрели, а 8-ю нет. А, возможно, на 8-й академии что-то тоже очень интересное обсуждалось. Что, допустим, не обсуждалось 9-й. Ну, такое тоже возможно. Поэтому рекомендую и 8-ю, и 9-ю посмотреть. Ну что ж, тогда... Тимур, если есть что-то добавить, тогда... Игорь, благодарю тебя. Как всегда, все по полочкам. Я сам внимательно слушал, и все грамотно, в слайдиках все расписано, каждая тема, что куда обратиться. Ну просто супер. Даже вот как бы добавить нечего мне... Просто, наверное, скажу, что, друзья, такая вот большая глобальная ошибка на новичка, допустим, относиться к криптовалюте призм, там, сейчас, просто каким-то, ну, для кого-то это просто какие-то там циферки. Друзья, это не так. Криптовалюта призм – это ценность. Это является ценностью. Это не просто там какие-то циферки у вас там в кошельке. Это ценность, друзья, это валюта.
цифровая валюта. И также многие не понимают, даже участвуя в Рой-клубе, где они находятся. Для многих это просто там какая-то платформа совместного промайнинга. Это не так, друзья, это не так. Рой-клуб — это большая семья, это активное сообщество, которое движется по своей идеологии, к своим целям и меняет жизнь к лучшему. Вот просто вот двумя словами, меняет жизнь к лучшему. Кто это видит, кто понимает, кто стремится и хочет изменить эту жизнь к лучшему, тот, естественно, покажет невероятные результаты. В Рой-клубе это легко и просто. Легко и просто. Благодарю, Тимур. Что ж, тогда благодарю всех участников сегодняшнего занятия за ваши отзывы, за то, что были сегодня с нами, за то, что нашли время. Но для тех, кто будет смотреть записи, не переживайте, информация будет. Вот этот слайд, ну, точнее, не слайд, а вот это файл Word, он будет в описании к видео. Поэтому здесь все в порядке, информация будет, когда выложим повтор, и вы сможете ей воспользоваться. Что ж, тогда всем желаю всего доброго, всех благ, хорошего настроения, и увидимся на новых занятиях Академии Рой-клуба. Всем всего Да, доброго. друзья, до встречи, Игорь. Благодарю за Благодарю. внимание, дорогие слушатели. Всем отличного настроения. Всех благ. Всех благ.